Сейчас я тебе расскажу, как сделать Alembic анимацию одежды в Marvelous Designer в 60 FPS. Первое. Экспортируй аватар с анимацией в формате FBX в 60 FPS. Второе. Сделай анимацию одежды в Marvelous Designer. Третье. Экспортируй одежду в формате Alembic Agave в 30 или 60 FPS. Это не важно, так как вертексная анимация в этом формате переносится с FPS анимации аватара, а аватар мы перенесли в 60 FPS. Но Marvelous Designer помечает и экспортирует ее почему-то в 30 FPS, какую бы галочку ты ни выбрал. Или что-то вроде этого. Четвертое. Импортируй сохраненную Alembic анимацию в 3ds Max. Настрой анимацию в 60 FPS и экспортируй в новый файл с дефолтными настройками Alembic. Пятое. Импортируй вайклон. Примечание. При импорте на сцене не должно быть ничего выделено, иначе поймаешь ошибку. Шестое. Все, теперь эта анимация одежды вайклон будет 60 FPS. Седьмое. Сохрани ее в вайклоне, как Props, в папке Props, и тогда ее можно будет открыть и в характер креаторе, также в 60 FPS. Восьмое. И если ты досмотрел мой гайд до этого места, то я даже для тебя исполню. Исполняю.